Разрушен зуб? Требуется коронка или имплант? Где найти специалиста, который вернет вашу улыбку и сделает это без последствий? В клинике Дентамед прошел курс члена Европейской академии эстетической имплантологии Стефано Конти. Он проводит обучающие семинары в Италии, странах Южной Америки и России. Я привез в Россию новую смену парадигм. То есть я говорил о концепции BioPT, это биологически ориентированная техника препарирования, когда мы полностью меняем наш взгляд на препарирование зубов. То, как мы препарируем, должна быть минимально инвазивная концепция. Смысл концепции в том, что при препарировании не надо создавать уступ. Метод сохраняет твердые ткани зуба и не оставляет зазор между тканями и коронкой. Осложнения сведены к минимуму. Стефано Конти с коллегами рассказали и показали на примере, как правильно использовать метод при протезировании и имплантации. Целью является поделиться опытом 25-летних исследований, которые проводит компания Sweden & Martina, с участниками. То есть эта программа работает по всему миру. На сегодняшний день важно не установить имплантат и добиться его приживления, так сказать, то есть остеой интеграции, а это получить максимально именно эстетические результаты, максимально предсказуемый, минимально инвазивный с точки зрения обработки ответ. В двухдневном курсе приняли участие ортопеды и ортодонты из Чувашии и других регионов Поволжья. Нам придется вот потрудиться, да, внедрить, объяснить, в первую очередь осознать вот эту концепцию и, конечно, внедрить. Я думаю, что после этого для наших пациентов, это, я считаю, более подходящей концепцией, мы будем работать над в этом направлении. Регулярные курсы и мастер-классы. Следующий пройдет 6 и 7 ноября. Приглашенный лектор Денис Крутиков расскажет о реставрации передних зубов. Дентамед применяет передовые технологии при лечении своих пациентов. Доверьте свою улыбку профессионалам.